Хочу рассказать вам, как вымыть ботинки. Они часто загрязняются. На самом деле лучше все это делать, как-то неудивительно, в проточной воде, теплой. И использовать микрофибровую тряпочку. Берете и так вот протираете. Это намного эффективнее, чем руками тереть. Вот, буквально полминуты, и я уже один ботинок отмыл. Теперь нужно его просто поставить сушиться. Аналогично делаем со вторым ботинком.